Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений 1943 года. Она показала, что германская армия уже не в состоянии держать наступление противника, даже пользуясь удобным естественным рубежом. В начале сентября 1943 года ставка Верховного главнокомандующего нацелила советские войска на выполнение исключительно важной задачи – выйти на широком фронте к Днепру и форсировать эту мощную водную преграду. Переправа через Днепр проходила в сложной обстановке под непрерывным огнем артиллерии и авиации противника, который безуспешно пытался сильными контратаками сорвать эту операцию. Первыми переправились на правый берег Днепра войска 13-й армии генерала Пухова, которые входили в состав Центрального фронта. В состав 13-й армии входила 8-я Ямпольская стрелковая дивизия, сформированная в Симпалатинске. Воины 8-й стрелковой дивизии, используя подручные средства и основные силы, переправились на правый берег реки севернее Киева, что позволило расширить плацдарм и обеспечить условия для строительства паромных переправ и наращивания сил 13-й армии на правом берегу. Сражение за Днепр длилось почти весь октябрь. Противник предпринимал контратаки, стремясь сбросить советские войска захваченных ими плацдармов в реку. Однако советская армия отразила натиск немецко-фашистских войск. 5 ноября части 1-го Украинского фронта ворвались в Киев. В сражении за Киев воины советской армии нанесли врагу огромный урон, полностью разгромив 15 дивизий. Битва за Днепр была блестяще выиграна и явилась одним из важнейших событий Великой Отечественной войны. Форсирование Днепра сходу на подручных средствах после тяжелых наступательных боев является беспримерным в истории войн ратным подвигом. 2438 участников битвы за Днепр были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них наши семичане: Аухадиев Куйгильде, Баздарев Григорий, Билибаев Закария, Железняков Петр, Зарудин Юрий, Лут Николай, Медведев Михаил, Молдогалиев Жагазе, Плешков Петр, Семенов Андрей, Середин Федор, Силин Николай, Шакенов Кинжибек, Шулятиков Василий.